Hypixel – самый большой и успешный сервер с мини-играми всех времен Майнкрафта. А знали ли вы, что этот сервер попал целых 4 раза в Книгу рекордов Гиннесса? И всем привет, с вами Агера. Сегодня мы поговорим про историю, эволюцию и успех этого проекта. В данный момент просто нет серверов, которые можно назвать большими конкурентами для Hypixel. Можно сказать, он их просто задавил. Но как так вышло? Помните ли вы такие сервера, как HiveMC, KubeCraft, Mineplex? Перечислять можно долго, потому что серверов раньше было намного больше, чем сейчас, но что с ними в данный момент? Они просто-напросто не выдержали конкуренции с таким гигантом, как Hypixel. Некоторые сервера закрылись из-за очень маленького онлайна, некоторые из них перешли на Bedrock Edition и, кстати, смогли там чего-то достичь. Взять тот же GoMHD. Раньше это был довольно-таки популярный сервер, но сейчас онлайн на нем упал чуть ли не в 10 раз. Но почему же Hypixel оказался номером один? Чтобы в этом разобраться, давайте начнем с самого начала. Если вы думаете, что на Hypixel изначально были мини-игры, то вы ошибаетесь. Hypixel был создан для демонстрации карт. Мини-игры, изначально созданные для пользователей, чтобы играть в ожидании других игроков, вскоре приобрели популярность и стали главным направлением работы сервера. А усилия Hypixel были направлены на новый контент сервера вместо создания карт для Minecraft. 13 апреля 2013 года Hypixel открылся. На нем было всего лишь 500 слотов для игроков и всего лишь 2 мини-игры – Bowspliff и QuakeCraft. Но к концу месяца количество слотов увеличилось в 3 раза. В течение остальной части года Hypixel постепенно поднимался на вершину с новыми мини-играми, такими как Paintball, Голодные игры, TNT Run, TNT Wizards и Mega Walls. Количество игроков росло довольно-таки быстро, и онлайн становился все больше и больше. К концу года они поставили рекорд в виде почти 12 тысяч игроков, находящихся на сервере одновременно. В 2014 году Hypixel продолжил делать обновления, выпуская новые мини-режимы, но на мини-играх обновления не закончились. Hypixel также добавил квесты, гильдии и систему уровней. Что же насчет Skywars? По той информации, которая у меня есть, этот мини-режим появился в 2015 году 26 июня. И я могу сказать, что впервые этот мини-режим добавили не на Hypixel. Возможно, на Mineplex, но это не точно. Никто сказать точно, к сожалению, как я понял, не может. Но когда эту мини-игру добавили на Hypixel, она быстро приобрела популярность. Онлайн на Skywars раньше был просто огромный, и эта мини-игра была любимой у многих игроков. Лично для меня Skywars все еще остается любимым мини-режимом, в который я впервые зашел в 2016 году и играю в него до сих пор. В 2016 году на Hypixel добавили античит, и целых 3000 игроков были забанены буквально в течение 3 дней. По сей день на Hypixel присутствует античит и банит огромное количество читеров на сервере каждый день. Теперь давайте поговорим про 2017 год. Лично я считаю, что это был самый продуктивный год для Hypixel. Почти каждое обновление на этом проекте в этом году было масштабным. В начале 2017 года на Hypixel добавили прототип лобби, в котором был Bedwars, дуэли, также добавили отдельный мини-режим UHK Deadmatch, но потом его переместили в дуэли. Через какое-то время Bedwars и Murder Mystery, скажем так, вышли из прототип лобби, и у этих мини-режимов появились свои собственные отдельные лобби. Кстати, Bedwars появился на Hypixel 19 января 2017 года, и онлайн на нем был не такой уж и большой. Это потом он начал стремительно набирать популярность. И сейчас этот мини-режим можно назвать одним из самых популярных мини-режимов на Hypixel, да и, наверное, в целом в Майнкрафте. Чуть позже, в этом же году, Hypixel добавил на свой сервер Murder Mystery, режим, который все еще нравится многим игрокам. Но самое главное, в 2017 году Hypixel получил сразу целых 4 рекорда в Книге рекордов Гиннесса. Во-первых, самый популярный независимый сервер для видеоигр, также самый популярный Майнкрафт сервер, сервер с самым большим количеством мини-игр, а именно 43 мини-игры тогда были на Hypixel, а также рекорд за почти 12 миллионов уникальных игроков на этом сервере. Просто вдумайтесь, насколько это огромное число. Насколько я знаю, все еще никто не смог побить эти рекорды, и к концу 2017 года на Hypixel добавили новый ранг, который называется MVP++. Этот ранг могут купить игроки, у которых есть MVP+, но эта привилегия дается не навсегда, а на какое-то определенное время. Благодаря этому рангу игроки получают прикольные функции, к примеру, смена ника, что является действительно очень полезной фишкой. Но MVP++ оказался очень большим сюрпризом для многих игроков, и некоторые начали высказывать свои недовольства по многим причинам, но главные причины заключаются в том, что этот ранг можно купить не навсегда, а только на какое-то время. Да и к тому же, некоторые функции на MVP++ совпадают с функциями такого ранга, как ютуберка. Но со временем весь хейт, который изливали игроки на MVP++, утих. И, честно говоря, для Hypixel это очень хороший способ заработка, благодаря которому он может вкладывать больше денег в проект, тем самым улучшать сервер и выпускать новые обновления. В 2018 году было довольно-таки много обновлений. На Hypixel появился Battle Royale, очень интересная мини-игра,
времени игра, которую, к сожалению, насколько я знаю, потом убрали. А также добавили Hypixel Pit, который очень понравился многим игрокам. Также обновляли дуэли на Hypixel, добавляли много новых разных карт и добавили такой мини-режим, как The Bridge, который позже стал частью дуэлей. В мае этого же года на Hypixel добавили мини-игру под названием Царь Горы. Этот режим был очень популярный в старые времена Майнкрафта. Это простая мини-игра, но Hypixel сделал из нее что-то действительно интересное. Можно было прокачивать броню, оружие. А также в июне режим Zombies и Hide and Seek были перемещены в лобби аркад, и мини-режим Capture the Wall также был добавлен в качестве прототайп игры на Hypixel. 2019 год был очень интересным и важным для Hypixel. Сейчас вы поймете почему. В плане обновлений их было не так уж и много, но они были масштабные и вызвали большой эффект на сервере. В этом году Hypixel сделал турнир Skywars Crazy Solo, также убрали SkyClash. Это была довольно-таки интересная мини-игра, чем-то похожая на Skywars. И я не знаю точной причины, почему Hypixel решил убрать этот мини-режим, но возможно из-за маленького онлайна. В июле 2017 года на Hypixel играло около 65 тысяч игроков одновременно, но в какой-то момент на этом сервере начал падать онлайн до примерно 25 тысяч игроков. Но 11 июня 2019 года все изменилось в лучшую сторону для Hypixel. Это день, в который Hypixel добавил Skyblock, мини-игру, которая очень быстро набрала популярность и в данный момент, насколько я знаю, считается самой популярной мини-игрой на Hypixel. Просто посмотрите на этот онлайн. Но раньше онлайн на этой мини-игре был даже больше. Так вот, возвращаемся к 2019 году. Благодаря этому мини-режиму на Hypixel снова начал увеличиваться онлайн. Много ютуберов начали снимать видео по Skyblock, тем самым пиаря эту мини-игру, и поэтому на Hypixel заходило много новых игроков. В результате открытия этой мега популярной мини-игры Hypixel разрушает свой предыдущий рекорд по онлайну и обгоняет самого себя же, достигая целых 92 336 игроков, одновременно играющих на сервере. В 2020 году онлайн на Hypixel взлетел, и этот сервер снова поставил новый рекорд — 100 тысяч игроков, которые одновременно играли на сервере. Это было впервые за всю историю серверов Minecraft. А также в 2020 году Hypixel добавил систему реплеев на сервер для ютуберов, и в какой-то момент на Hypixel появился Atlas, штука, благодаря которой игроки могут наблюдать за другими игроками, на которых отправляют репорты и подозревают в читах. Благодаря этой функции можно не только поразвлекать себя и весело провести время, а также помочь Hypixel в поиске читеров. Потому что читеры на Hypixel — это большая проблема. Из-за того, что на этом сервере огромный онлайн, читеров много, но Hypixel старается с ними справляться. После появления Skyblock, мне кажется, Hypixel начал делать упор в этот мини-режим. И это неудивительно, ведь на Skyblock очень много онлайна, он нравится многим игрокам, поэтому можно легко понять, почему Hypixel так им занимается. В 2021 и 2022 году Hypixel добавлял много новых обновлений, делал разные ивенты, ну и, конечно же, повторюсь еще раз, много занимался Skyblock'ом. Но что дальше? Какое будущее у Hypixel? Уже 2023 год, онлайн на Hypixel все еще хороший. И я думаю, так будет и дальше. Когда на этом сервере падал онлайн, Hypixel четко дал понять игрокам, что их команда — это сильные ребята, которые могут придумать что-то интересное, благодаря чему могут вернуть онлайн. Пример этому Skyblock, который, можно сказать, дал второе дыхание этому серверу. Hypixel — это действительно очень хороший сервер, который добавляет что-то новое, делает разные обновления и радует большое количество игроков. На любом сервере, конечно же, есть свои минусы и недостатки, но, как по мне, плюсов на Hypixel намного больше. Сегодня мы поговорили про историю, эволюцию, взлеты и падения такого сервера, как Hypixel. Хотя, как вы могли заметить, падений почти не было. Кстати, я уже полностью записал это видео и только сейчас узнал, что, оказывается, в 2022 году Hypixel поставил еще один рекорд. Самое большое количество мини-игр на сервере Minecraft 1.19, а именно 59 игр. Ну, вот вам еще одно доказательство того, что Hypixel будет жить и дальше, и, надеюсь, поставит еще много новых рекордов. И это немного необычный формат видео для моего канала, но я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, потому что я постарался сделать его интересным. Ставьте лайки, чтобы я понимал, хотите ли вы, чтобы я снимал еще подобное видео. Напишите в комментариях, что бы вы хотели изменить на Hypixel, и вообще, нравится ли вам этот сервер. Не забывайте подписываться на мой канал, а также я оставлю ссылку на мой телеграм-канал в описании под этим видео. Там я публикую интересную информацию и рассказываю много о своей жизни. Кому интересно, подписывайтесь. И, конечно же, спасибо всем за просмотр этого видео. А с вами был Агера. Всем пока!